задержала грабителя в Казани. В буквальном смысле мужественно проявила себя Евгения Кузнецова. Молодая мама с ребенком на руках побежала за мужчиной, который пытался обчистить карманы беззащитного прохожего. Свидетелями этой ситуации стали двое друзей Евгении. Они догнали преступника. За решительность и помощь в пресечении тяжкого преступления всех сегодня наградили в УВД Казани. Мы бежали, просили о помощи. Вообще никто не отвлекался долгое время. Мы довольно-таки далеко за ним пробежали. И вот двое молодых людей совершенно с другой стороны дороги прибежали, догнали его, задержали.